О хоккее. Моменты были, забить не смогли. Поражением, к сожалению, закончилась для нашей молодежки прошедшая игра 15 октября. Клин спортивный уступил со счетом 1-3 молдавскому клубу из Кишинева. Как говорят в хоккее, игра была нервной, а поражение зрелищным. Посмотрите на эмоции молодых хоккеистов. Ну какой хоккей без драки? Это явление систематическое и объяснимое. Это, конечно, эмоции ребят, как бы никаких заданий вот этих колхозных номеров не было дано, ничего. Ну не выдержали, полетели. Случилось это уже за 5 минут до конца игры. Счет 1-3. Клин проигрывает, но борется до последней секунды. Команда боевая, команда не сдалась до самого последнего, до конца игры, до последней секунды. Бились ребята, молодцы, это надо отмечать. Победы еще будут, уверены болельщики. Они игрой довольны. Игра отличная. Полтора месяца прошло со старта молодежного первенства России. Наша команда уверенно держится в первой десятке. Сегодня Клин на 7-м месте из 17 команд. А в эту субботу и воскресенье в Ледовом снова большой хоккей. Клин спортивный играет с хоккейным клубом из Зеленограда. И в этот раз хоккей обещает быть зрелищным. Не пропустите. Начало матчей в 17:00.